Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Звезду российских сериалов 42-летнего актера Антона Батырева, прошедшего через 5 гражданских и 3 официальных брака, без всяких условностей можно назвать известным обольстителем. А недавно актер после 3 лет отношений сделал предложение своей девушке, 26-летней Анне Савельевой. А об этом сама Савельева рассказала подписчикам на своей странице в соцсетях. Девушка сделала селфи в лифте, запечатлев золотое помолвочное кольцо на безымянном пальце. И тут же подписчики стали интересоваться, означает ли это кольцо, что Антон сделал ей предложение руки и сердца. «Носила бы я просто так кольцо на этом пальце?» «Нет, не носила бы», – ответила Савельева на вопрос подписчиков. И, к слову, Анна никакого отношения к миру кино не имеет. Напомню, для Антона Батырева этот брак станет 4-м. Первый раз он женился 27 лет, но уже через полгода молодожены поняли, что жизнь под одной крышей не про них. Имя первой жены Антон не афишировал, известно лишь то, что девушка никакого отношения к кинематографу не имела. После развода актер не был обделен женским вниманием, но уже не торопился в ЗАГС. По его же признаниям, у него было 5 гражданских браков. Второй официальной женой Антона стала девушка по имени Екатерина. В этом браке появился на свет сын Добрыня. Но рождение ребенка не сделало семью более крепкой. Вскоре и эти отношения дали трещину. В 2018 году в СМИ активно обсуждался роман Батырева с украинской актрисой Евгенией Лозой, а уже летом 2019 они поженились. Евгения Лоза стала третьей официальной супругой актера. Однако так красиво начавшаяся история любви развалилась, как карточный домик. Брак Лозы и Батырева не продлился и года. В мае 2020 они официально развелись. На сегодня артист уверен, что наконец-то нашел надежную спутницу жизни в лице Анны. Главное ведь встретить хорошего человека, а учитывая опыт прошлых ошибок, я уверен, что такого человека наконец-то встретил, поделился Батырев. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!